Чел будет подъезд стоять, пикать, скорее всего. Давай, пикал. Кривая, Димон, кривая! Беги! Ты рофлишь? Я не знаю, как его пушить? Может, там перепрыгнем слева и зайдем с той стороны? Да хоть откуда? Тут в принципе чеканку пушить стрёмно всегда, она конченая снопси. Пойдем, но они это слышат и будут ждать уже. Да? Ну я минус не успел уйти. Я того убил, нет? А типа чекнуть, что ли? Блять, не сидел еще один, блять, оказывается. Их трое, что ли, было, блять? Маньяк Ютуб какой-то. Эймен! Их двое, что ли? Эймен! Да, блядь, они даже не поняли то, что я к ним пришел. Блять, это новички, походу. Может, попробовать его с ножа зарубить? Если помру, то помру. Да, блять, дрыщи нахуй! Алиса, есть какой-нибудь тост, чтобы, так сказать, почтить память молодых? На праздник.ру есть такой ответ. Давайте выпьем за тех, кого рядом с нами нет. Давайте поднимем наши бокалы за тех, кто вечно будет в нашей памяти. За то, что все в этой жизни проходит, да не все забывается. Вечная память нашим родителям. Вы что там устроили? А ну разошлись быстро! Я милицию сейчас позвоню! Молодежь совсем ж больная пошла. Фу. Прикинь, бля. Блять, он меня ждет уже, он меня ждет, я его видел. Очень плохо, очень плохо. Где ты, брат? Ты меня увидел, нет, как думать?
Блядь, не убил его. Не убил его, блядь. Коничива! Амон, пуш ми. Пуш ми. Не слышу, граната берет. Чё сидишь? А ты чё сидишь? Юлис, ебанулся? В смысле, бля? Ты зачем пикселей убил, бля? Кого? Пикселей это. В смысле, блядь, вы вдвоем с двух сторон меня поджимали, что мне нужно было делать? Не ожидал от тебя такого, мужик. Пошли на ножах выйдем. Ну что, готов? Погнали. Подожди. Так а что ты ко мне подходишь? Не подходи, ударишь меня. Да я игры хочу прожать. Ну прожми. Что не поджимается? Да ты, бля. А, Шева, это ты что ли, блядь? Блядь, я тебя не узнал, нахуй, ёб твою мать. Я не хочу с тобой драться. А? Зачем мне с тобой драться? Ну ладно, давай, хуй с тобой. Давай, на! Ну подай, давай! Давай! Волшебная пыль! ГГ! Да-да! Готовь свою попку, маленький! Ку-ку, ты где? Тебе это не поможет, вылазь давай! Бля. Yo, what's up, brother? What's up, brother? Wow, I didn't even hear him right there. His audio was outside. GG, I guess. Wow. Чё, двое прыгают? Бля, я думал, тут никого нету уже, на. Как это так? Нифига там, блин, залутанные ребята. Давай. Хопа. Блять. Ну было, парочка точно ему попала. Да, давай, удачи. Нифига он на префе дает. Куда ты собрался? Куда? А ну вернулся! Грязные юсеки будут наказаны! А вот это ошибочка! Танцуй! Aw, he got me. GG's. Подходим. Котлетки по-буяновски готовы. Не забываем ставить лайки и подписываться. Кто следующий-то, а? Из мне хана нахуй. Ебать, это что было, блядь? Вы видели нам? Вы, блядь, увидели нам? Веселёхонько у нас здесь. Я не знаю, что мне делать с этой бедой.
бля, хорошие кабанчики. Да это капец. Если я сейчас помер, бля, если я сейчас помер, ну это будет, бля, жопа вообще полная. Бля, настоящий бир, нахуй, настоящий бир, бля, я не знаю как, но мы почти выжили, осталось совсем чуть-чуть, не сдохнуть без головы и без руки. Пожалуйста, бля, просто добеги. Прошу тебя. Просто прошу тебя, молю, молю, блядь! Откуда нахуй? Как правильно какать? Базилинчиком попу, блядь, по-быстренькому, чик-чик пальчиком туда нахуй ебалим. И просто съебываем. Пизда мне. Не пизда. Не пизда. Пошел в жопу нахуй, нюхай! Фу-у-у. Бля, может его наказать? Давай, нахуй. Ну, то есть рюкзак скинулся, да? У рюкзак скинулся, нахуй, а я вышел. Получается, я правильно понимаю? А-а-а! А-а-а!